Дорогие друзья, я очень рад приветствовать всех участников 15-й юбилейной церемонии «Человек года» и поздравить всех тех, кто стал обладателем почетного титула и награды «Человек года 2010», а также поздравить всех тех, кто создает эту премию, ее организаторов и верных друзей, коим отношу и себя. Я искренне и трепетно люблю Украину, ее талантливый народ, и очень дорожу званием и высокой оценки моего творчества, кое я получил лично из рук президента, получив звание «Народный артист Украины», а также почетный титул «Человек года 2008» в области искусства. Я должен был быть на этом юбилейном торжестве вместе с вами в этот день и исполнить премьеру песни «Игра с огнем», которую мы бы спели для вас вместе с певицей Камалией. Но, к сожалению, обстоятельства сегодня сложились по-другому, и я вынужден быть сегодня в другом месте, в городе Санкт-Петербурге, на важном государственном мероприятии. Но у меня для вас есть еще один подарок. Дело в том, что вместо меня сегодня выступит моя коллега, талантливая певица, актриса Камалия, которая исполнит для вас песню «Близко», написанную мною специально для этого юбилейного торжества. И надеюсь, что песня вам понравится, потому что я в нее вложил всю свою любовь и душу. Для композитора очень важно место, время и тот, кто исполнит эту песню. Камалия – настоящая женщина, и думаю, что написанные слова и написанная мной музыка дойдет до вас, и вы поймете все, что я чувствую сегодня в душе, в жизни, и как я люблю вас. Спасибо, ваш Филипп Киркоров.